Всем привет, меня зовут Данил Калашников, я делаю обзор на набор Лего Чима «Непобедимый Феникс Флинкса». Начну я с фигурок. Первая фигурка – это бум-бум. Меч потерялся у меня, это не важно. Маска бум-бума. Вот такая. И вот такая. Лицо доброе, зади лица нет. Крылья на броне из ферочи. Принты спереди, принты сзади. Стервятники самые ленивые. Это самый ленивый клан в жизни. Мы охотников, они вечно ждут, а другие охотники не ждут. Так. Нашего бум-бума. Последняя фигурка — это у нас Флинкс, сын Фламенокса. У него такая коса, похожа на косу. Не знаю, что это такое, но он коса. Флинкс. Маска зверя. Феликс. Флинкс. Лицо спереди доброе, а лицо сзади злое. Это сзади злое. На броне и огненный чип. Вот, принты спереди, принты сзади. Флинкс. У него уже в первом сезоне у него были маленькие крылья, а во втором сезоне набрав Лего Чима у него большие крылья. Он же... Так. Крайние фигурки — это у нас все. Переходим к наборам. Женя, отойди и убей, я включу. Первая и самая интересная. Блин. Это такой летающий аппарат, на котором вум-вум летает. Тут сфера Че к нему прикреплена. И можно сюда поставить вум-вума с мечом. Все. Про эту... Про вас, дорогие друзья, все. Переходим к этому набору. Общий вид. Тут начну я в этот раз с ног. У него ноги двигаются, и детали, как у фабрики героев. Когти, сзади когти, тут два когтя. Еще. Так, хвост. Хвост может двигаться вверх, вниз. Сфера Чи огненная прикреплена к нему. Голова. Она может вот так, может вот так. Ну, в общем, голова. Голова очень хорошо двигается. Жень, не мешай Дане, пожалуйста. Вот. Сейчас ты будешь тоже смотреть. Можно посадить сюда Феникса Флинкса с косой. Без косы. Ракеты, как обычно. Ого. Секундочку. 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 Ну и основная функция, что мы делаем вот так. И получается, что у нас вот такой. Раньше он был вот таким. Неважно. И теперь он стал вот таким. Бай! Сейчас соберу, что у меня свалилось. Вау! И расскажу. Весело, когда ты живешь.
вот эти штуки на хвосте не двигаются. Не прикреплены, так и не двигаются. Ну, на хвосте вот эта фигня не двигается, а на крыльях двигается, это как перья, огненные перья. Ну, что могу сказать, на этом обзор подошел к концу. Если вам понравилось, пожалуйста, подписаться. Также, ну, всем пока!